27 декабря на катке в парке Малевича состоялся молодежный праздник, организованный Трианонским диалогом. Основная цель российско-французского форума «Трианонский диалог» — сближение профессиональных сообществ и гражданских обществ двух стран. И особое значение имеют молодежные проекты. Диалогом уже реализован ряд молодежных проектов, творческие конкурсы, сессии на крупных форумах. Пришло время спортивно-праздничным активностям. Специально для российских и французских студентов и старшеклассников Москвы и Московской области «Трианонский диалог» организовал каток. Желание творить чудеса и устраивать праздники, веселиться на них. Люди очень открытые, люди все талантливые и доброжелательные. И все хотят жить счастливо, весело и дружно. Программа мероприятия включала мастер-классы от профессиональных фигуристов, конкурсы, викторины на тему истории и культуры двух стран, танцевальные флешмобы. По завершении насыщенной развлекательной программы ребята продолжили общение во время фуршета с новогодними угощениями. Конкурсы, правда, классные. Они прямо собирают людей незнакомых, потому что многие были незнакомы друг с другом. И мы так объединились с одной целью. Да. Вот, и очень веселые и интересные. Российско-французский каток стал действительно объединяющим событием для гостей. В мероприятии приняли участие около 100 российских и французских студентов из МГИМО, МГУ, РУДН, МПГУ, РЭУ имени Плеханова, а также французского лицея имени Александра Дюма и Горчаковского лицея. Да, есть русские, которые любят Францию, есть французы, которые любят Россию. Надо, чтобы их было больше, и к этому и работает Трианонский диалог. И мы благодарны им.